Всем привет! Итак, такое вот коротенькое видео о том, как снять зеркало заднего вида на автомобилях 10-го семейства. Значит, где зеркало, мы видим вот такую вот фальш-накладочку. Для того, чтобы ее снять, достаточно подеть ее отверточкой в одном месте. Одеваем одну сторону и вторую, и сдергиваем ее как бы вниз. Сдергиваем, и видим здесь вот такое вот чудо-крепление. И, соответственно, здесь нам нужно открутить два винта, и зеркало у нас снимется. Так, как вы видите, зеркало у нас крепится вот на таких вот двух винтиках. Сам процесс снятия, я думаю, показывать нет смысла, потому что здесь все достаточно просто. Откручиваете, снимаете зеркало. В принципе, само по себе видео больше как бы для тех, кто не знает, как снять вот это вот именно кладочку, панельку, то есть не то чтобы как снять, а как снять и не сломать. Вот. То есть посмотреть вообще сам смысл крепления. Крепится оно в таких двух пистончиках, поэтому здесь как бы ничего такого нету. В общем, всем спасибо за внимание, всем пока.